Сегодня отмечается День языков народа Казахстана. Праздник связан с днем рождения учителя нации Ахмета Байтурсынова, который боролся за судьбу и язык казахского народа. В этой связи состоялся круглый стол мемлекеттик тіл ел тұғыры. На совещании было отмечено повышение уровня государственного языка, потому что в некоторых сферах дело производства по-прежнему ведется не на официальном языке. Для решения вопроса статуса госязыка была принята и концепция на уровне правительства. В этом документе 13 пунктов. Основное направление в нем является увеличение доли документооборота на государственном языке. В других сферах, помимо госслужбы, необходимо увеличить долю государственного языка. Увеличение доли документооборота на государственном языке ведется поэтапно. Установлены 13 индикаторов. Кроме того, необходимо развивать родные языки других народов, решать языковые проблемы, в том числе развивать алфавит. Мы хотим выдвинуть лозунг о том, что мы должны изучать казахский язык с любовью, а не принудительно, и общаться друг с другом на нашем государственном языке. Как сказал вчера в своем послании президент, в нашей стране не допускается притеснение кого-либо по языковому, расовому или национальному признаку. Работа ассамблеи в регионах тому доказательство. Сегодня ассамблея – это место, где представители разных национальностей единого народа Казахстана вносят существенный вклад в развитие страны. И считаю, что было бы прекрасно, если бы мы все общались на государственном языке.